Итак, всем привет! Вы на канале Семейный дневник Дениса. Смотрите, нас запили пират. Друзья, нам надо сбежать из вот такой вот пиратской бухты. Нас здесь... Это утка. Да, нет, это бухта. Вон там, видишь, туда попрыгаем. Нас заперли в тюрьме. Дима. Да, и нам надо максимально сюда убежать. Смотрите, кто здесь ходит. Вау. Пират какой-то. Пират, да. Вот они нас держат. Смотрите, красиво вообще атмосферно сделано. И как там сбежать отсюда? Ну, сейчас вот по стрелочкам будем двигаться. У нас вот тоже есть сокамерник. Поэтому, друзья, вот, берем чай, берем печенье, присаживаемся и начинаем прохождение в Roblox. Поехали. А что такое нарисовано на стене? Где? Вот. Это сколько дней все сидим здесь. Видишь, бум-бум-бум-бум-бум, и посчитать стрелочки. Ну что, пробуем? Вот, ну. А, вот дырка. Класс. Что мы сделали? Что это? Рубильник. Побежали. Дверь открылась. А можно я пойду? Сейчас. Бери джойстик. Давайте я тут открою. Давай. Смотрите. Вау! Бежи, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Есть. А ну, давай посмотрим на него, где он здесь. Да не выходи. Давай его рассмотрим. Иди сюда, сюда иди. Мы тебя не боимся, ладно, боимся. Побежали дальше. Пойду. Смотрите, это как пещера, да? Смотрите, в скале. Смотрите, лестница поломалась. Угу. Она не упала. А, там сверху, да. Там сверху было. Батут, да? А, не, ух ты. Просто класс, бери вот эту, Денька. Выходи. Бери, бери, бери. Класс. Что нам делать? Бей, бей камень. Сейчас. Давай, давай. Не мотылигай. Давай я. Стой. Ну, давай, ты. Ничего себе, просто круто. Пошли дальше. Друзья, вы видели в Роблоксе вообще такую анимацию классно? Эта игра реально интересная, поэтому... Вау! Поэтому ставим лайк. Это просто летучие мыши. Ага, а вдруг они напали? Да не напали. Смотрите, друзья. Просто. Давай я пойду. Давай все их поломаем. Чё? Вау! Давай. А ну прыгай. Только не накали, смотри, ловушки какие сделанные. Давай, давай, давай. Молодец. Главное, лестницу не сломать. Что ты? Ах, что это такое? Кости. Где? Во! Ага. Во, кости. А ну, стой. Кости. Голова. Из кости. Что это за таймер? Вау! Что это за таймер такой? Лестница здесь? Не, лучше пойди, вдруг это таймер. Лучше пойди это. Есть! Фу, он так, он так бежит, что я думал, что мы упадем. Куда? Куда, Денис? Ага, вот сюда. Смотри, здесь опускается. Так, теперь надо подождать. Ага. Так. А теперь, наверное, надо... Просто классно, друзья, реально. Заходите в эту игру, мы оставим ссылку в описании на эту игру. Игра и реально классная. Сделаем рекламу. Не, рекламу не будем делать, зачем? Мы и так ссылку оставим. Так. Ну, реклама, да, будет на эту игру, поэтому заходите и играйте. Вау, реально классная. Он так, главное, не поворачивает. Давай так. Нет! Ладно, можно я за тебя? Давай. А то что, таймер был? Ага. Так, ты правильно бежишь? Давай. Давай, давай. А что такое было? Где? Пол это лава, видишь? А не, стой, ты не туда. Давайте я тут быстро пройду. Так, подожди. Что там мы здесь сохранились, непонятно где. Вот сюда. Так. Ух ты! Ух ты, классно! Чуть не упали, да? Да, подождем. Стрелка вверх, видишь? Получается, нам надо вверх. Да, мы правильно с тобой движемся. Так. Все как классно все сделано.
Ух ты, скелет. А может я? Сырён лес, не до лес, видишь? Может я? Ну давай, проходи. Вы видите, наверное, он лес, и кого-то убили. Съели. Разбивай камни. И съели этого человека. И они кости оставили. Ничего себе, ужасики. Так, не дергай. Ой. Так. Я не дергаю. Давай. Ой. Ой. Да зачем ты это дергаешь? Да, давай. Смотри. А что такое? Кто-то там утонул? Перчатки. Или просто перчатки? Ужас! Ужас тут как. Нет! Давай я. А что какие звуки такие страшные? Так, джойстик нас держит. Так. Видите, перчатки, наверное, кто-то утонул. Ага, тут видишь, оно еще опускается, поднимается. Боже, тут ужас, боже мой. Капец, ужас. Еще одна печатка. Вау, друзья, мы сундук нашли. Ключ. Наверное, там кто-то утонул и печатки остались. А что у нас ключ не берется? Можно надо убрать это. Ага, вот так теперь. Странно, ключ не берется, друзья. Может, надо нажать на него как-то. Давай отойдем. И попробуем еще раз подойти. Нет, вообще нет. О, взялся. Какой-то глюк. Наш ключ по-любому пригодится. Не просто же так он появился, да? Да. Видишь, вверх идет. Вот нам и ключ открой. Надо. Ну что, вы готовы? Все, теперь я. Смотри, какая красота, друзья. Просто бомба. Так. А что, за мной следит? Да не. А, Монь, боже, я переживаю, что за мной будут. Так. Интересно, кто-то выскочит? Никого. Сюда, сюда. Ага. Я не сюда. Давай, ух ты. Ух ты, скелеты. Быстрее, быстрее бежи. За тобой гонится, видишь? Надо еще этот сундук взять. Сундук надо взять, ключи. Ой. Ключ бери в сундуке. Давай ты. Друзья, теперь играет папа. Ставим лайк, чтобы я прошел. Так. Вот он ходит. Ага, надо стратегию вырвать, друзья. Сейчас он пойдет назад, и мы пойдем вперед. А как они выглядят, если они без вас? А как они выглядят, если они без вас? Как они потом будут видеть? Не видя вообще. Не знаю. Смотрите, он не берет ключ. Есть. Ага, вот там у нас, смотри. Нет. Он только спереди, видишь? Зеленый ключ. Так. Ура, друзья, мы прошли. Что-то мне по-любому страшно, по-любому. От чего? А? Я думаю, кто-то выскочит. Давай я пойду. А давай я пойду. Я же давай, иди. Профессионал. Может, лопату надо взять? Ух ты, а что это было? Чекпоинт, видишь? Ух ты. А что это было? Прячься, а вот выпадают камни, видишь? Туда-туда, бежим. Ага. Бежи сразу, давай. Стой, бежи. Молодец, молодец. Заходи. Четенько, да? Ну, не спеши, не спеши. Стоп. Бежи, видишь, там следов нету, стой. Ага, вообще молодец. Ставим Денису лайк за прохождение, он просто молодец. Я пусто профессионал. Музыка классная такая. Я пусто профессионал. Стой. Вау! А что ты ведь такое сделал? Не видно, где край. Ну, давай, чуть-чуть я. Смотри, тут хлопок. Давай, бежи. Давай. Бежи. Боже, когда они возле меня вот так вот катятся, я даже глазами махну. Да? Я думаю, они меня узабят. Прикольно. Давай вот так.
Вау! Ну давай я. Я пытался. Так, друзья, папы на очередь, он где-то так чуть-чуть. Потому что меня не видно, и камера перестает меня фокусировать. Так, друзья. Так, только джойстик держит, тот джойстик, да, негодяй такой. Так, переключаю такой режим. Ура! Так. Готовы, друзья? Кстати, а давай на ПТУ посмотрим. На ПТУ, когда там небо открыто. А, так мы на лодке. Ух ты. Мы можно я? Сохранились. А можете? Где мы? Мы здесь. Можно я? Сейчас я уже тут пройду. Мне кажется, мы тут были. Чего? Не, это новое, видишь? Даже все время сохранение. Давай, проходи. Вау, как это тот. А что ты остановился возле? Смешно. Давай, Денис проходит. Ау! Я пытался. Туда не дошел. Давай еще раз. Ну игра прикольная, красивая, да? Да не утошь, спасибо. А что не прыгать? Да минус в том, что я не могу пойти. Минус. Ну, давай я пройду. Так, ждем. Посерединке становимся. Я в тебя верю. Супер, друзья. Так. Давай я пойду. Так, Денис проходит, давай. Стой. Супер, я давай. Я даже знаю, когда стоять. Ага, давай. Спускайся. Ой. Давай, вот такой уже бах здесь, да, прям. А это тыквы, и что это за камни? Нет, это камни с лавой. Ух ты, не спеши. О. Ух, где он взялся? Туда... А, вот. Не подходи близко. И как это пойти? Давай ты, я думаю, я не смогу. Бежать? Опа. Ух ты, кто здесь, что это за мальчик? Ты, мы сохранились. Ага. Ты что, интересно? А что, мальчик не знает, как делать, или что? Нет, у него, наверное, своя доска. Доска. У него, наверное, своя доска есть. Своя. А, так у него, наверное, была своя доска. Ага. У нас тоже своя. А что ты доску взял? А я не знаю. Убери. Мне она же для чего-то нужна? Не убери лучше. Да нет, для чего-то она нужна. Наверное, это пост. А видишь, падает. А зачем ты ему это доску ставишь? Чего ты ему доску ставишь? Зачем? А, все, я понял. Даже надо сюда пройти. Понял? Да, вообще. Так, подожди. Так, вот тут надо лесенку ставить. Лесенку. Вот сюда? Да, поставим. Ой, да спасибо, я угадал. Так, друзья, так, смотрим. Так, ребята, нам нужен ключ. И мы не знаем. Ага, вот. Мы не знаем. Так. Еще. Ну, наверное, смотри, возьмем и переберемся сюда. Здесь где-то ключ, видишь? Не вижу. Так. Нам надо вверх. А как нам вверх? Не знаю. А, теперь, наверное, надо сюда. И... Странно. Не, мальчик где-то ждался, да? Это как лифт, наверное. А, вот так вот, видишь? По веревке. Ух ты, вот тут у нас ключ будет. Ключ, вот, друзья, ключ берется вот сбоку. Вау! А что это за желтая штука? Песок. У нас ключ уже есть, мы его взяли. Песок нельзя? Так, прикольно, смотри. Красная дорожка прям. Я думаю, сейчас кто-то выскочит. Здесь не фараон живет. Я думаю, тут... Вау, красиво.
Я думаю, там кто-то выскочит. О, лестница. Пошли. Ну, Серёга быстрый с нами. Так. Ух ты! Слушай. А, не понял. А, надо взять. Спрыгнуть сюда. Во. И пробраться сюда. Классно. Так, а что нам здесь делать?